Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики нашего канала. На сегодняшний день всем хорошо известно, что сегодня забор – это не только ограждение периметра вашего участка. Огромный выбор ограждений позволяет подчеркнуть свой вкус, выбрать различные дизайнерские решения, выделить свой социальный статус. Рынок стройматериалов сегодня предлагает реализовать любые потребности в выборе забора. Сетка рабица, профнастил, металлический штакетник, различные виды плетеных заборов и так далее. Но сегодня разговор пойдет о самом дорогом и трудоемком в исполнении, но, несомненно, самым надежным – о заборе на монолитно-ленточном фундаменте с кирпичными столбами. Если у вас большой коттедж или загородный дом, выбор ограждения высокого качества, несомненно, приведет к такому забору. Невероятно долгий срок эксплуатации, надежность, монолитность конструкции, шикарный внешний вид и индивидуальное визуальное исполнение – выбор для тех, кто ставит ограждение на века. Основание из бетона обеспечивает такому забору надежность и долговечность. По периметру участка роется траншея, в которой готовится отверстие для будущих промежуточных и кирпичных столбов. По краям траншеи устанавливается опалубка, а на дно укладывается армированный каркас. После этого устанавливаются опоры и траншея бетонируется. Для отделки такого забора нередко применяют различные виды облицовочного кирпича, различных цветов и фактур, для придания индивидуальности каждой отдельно взятой конструкции. В качестве заполнения используются различные материалы. Это может быть металлический штакетник, кованые элементы, металлические профильные кованые секции, профнастил различных марок, цветов и оттенков. Забор на монолитном основании с кирпичными столбами служит десятилетиями и не требует сложного ухода. Такой забор станет настоящей преградой для злоумышленников и в то же время всегда будет выглядеть презентабельно, мощно и солидно. Конечно, при возведении такого ограждения стоит довериться исключительно профессионалам. Наша компания всегда готова помочь вам в реализации вашего проекта. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока!